Всем здорово! Приехали сегодня на мини-речку. В этом году я здесь еще не был. Соседи вон, два детка. Пришли, говорят, что на рыбалку поедем? Я говорю, ну поехали. И выехали. Будем пробовать. Сазан должен быть. Сейчас понаставлю везде спиннингов. Будем пробовать ловить. Сегодня попробуем на прикормку красную базовую. Рекламировать не буду, но все знают, в Алмате самую лучшую прикормку и так. Поэтому сейчас будем пробовать на все снасти. И на жмых, и на кукурузу просто с кормушкой. Я думаю, сегодня рыбалка удастся, особенно ночью. Ночью вообще сазан здесь хорошо идет. Добавлять ничего не будем. Прямо так вот, как есть. Пластилин. Ну, попробуем. Вот такая красота получилась. Здесь вот место отличное. Будем пробовать сюда закидывать. Блин, что-то там узлы, что ли? Нет узлов, нету. Вот так вот. Мелковато. Да ладно. Посмотрим. Здесь на удочку вот рыбачить. На поплавочку. Сейчас вон до того дерева важно. Понаставлю. И будем со зна. Три я поставил сейчас на бомбочки. До этого я снимал. Две сейчас поставлю на жмых с кукурузой. Так вот. И будем пробовать. Блин, увел зараза сильно. Хороший был, скорее всего. Увел. Смотрите, что сделал. Выгнул крючок, ушел. Я не знаю, что за кабанище тут было. Охренеть. Крючок выгнул. Где-то поклевка. Есть, 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 есть. Вроде бы небольшое что-то, но есть. Вот он. Мелочь какая-то, походу. Карась, скорее всего. Ай, ё-моё, вобла. Не надо, не надо, мелочь. Вот такая вобла. Ну ладно. Пойдет. Хотя бы вобла. Фу, думал сазан. Давно не было поклевок. Сидим, ждем. Да, да. Опять на же эту удочку, на эту. Ночью на нее клюнула. Поймал сазана на нее. И опять на нее клюет. Остальные молчат.
карасик. Это ушел. Ну ладно. Увело вам против течения. Что-то есть. Ничего такого карасик. В общем, за сутки было 4 поклевки. И одного я вытащил со дна. 3 не смог. То есть не успел. Один крючок выгнал вообще. Нажмых с кукурузой поймал. Ну, хороший такой. 2,5. Будет. Все, вытащу, покажу его. Красавчик. Ах, да ёб твою за ногу, сегодня вообще какой-то день. Вот такой вот красавчик. Нормально. Считается. Хороший сазанчик. Тот, что крючки выгнал, я вообще не знаю, там что за монстр был. А так, карасей еще поймали. Сейчас покажу карасей. Карась, вобла очень крупная. Такую воблу я давно не видел. Вот она. Вобла, карась. Пауки. Пауков очень много. Ну что, рыба есть. Это разведка была. Нормально так отловились, я вообще удовольствие получил.